купил мой первый магнитофон. В 77 году у меня был такой, или в 78. Но это модель 80-го, олимпийский. Да, то же самое. Доработало. Звук идеальный. Этот аппарат 78-го, наверное, где-то года прослужил у меня до 80, наверное, 4-5. Я его в школе таскал, в Пятигорске ездил с ним, с классом. Носили, батарейки меняли, отверточкой подкручивали. Короче, вот такая бомба теперь у меня есть. Приглашаю всех на дискотеку ко мне, окунуться в 80-е годы.